И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор и Алёша, и сегодня мы играем в хоррор-карту. Всем привет. Всем привет. Может, на Е нажать? Опа, ты это читаешь, ты не прочитал правильно. Ты плохой человек. Эта мапа теперь не будет работать для тебя. И чё теперь? Не знаю. А. О, пропало. Идемте дальше. Надо было просто на нее Е нажать. Это специально нас испугали. Вот ворота, куда нам идти. Ой. Блин, чё-то ногу правую не прищемило. Я аж испугался. В окна позаглядывать нельзя. Блин, погода, конечно, очень стрёмная. Молния сверкает, гром гремит. Кусты трясутся. Что там делают? Лёшенька несётся. Хоть поржав. Ребята, если вы кушаете и пьёте, приятного аппетита. О, замок. Так, is the door is looked, значит, нам надо найти ключик. Идемте ключик искать. Во всех картах так сделано. Вон что-то светит, вот на огороде что-то есть. О, возьми. О, да, розовым, значит, это по карте. Ой, блин, сверкануло как. Скринер, да, был? Да. Прикольно. В следующий раз ты первый. Автор молодец. То что ж ты так мерцаешь? Ноп. Нет, написано нет. Так, идемте сюда. Идем. Там чувак за окном стоит, смотри. А, вижу. Здрасте. О. Черномазик. А его здесь нету на самом деле, зайдите. Прикольно запилили. Так, давайте пооткрываем калитки. Так, закрыто. Мы что-то пропустили, ребята, идемте искать. Наверное, ключики должны быть. Или что-то такое, не знаю. Чем дверь открыть? Значит, идемте назад, вернемся. А, мы повернули направо, а еще было налево там. Да, вот, налево мы не ходили. О, ботинок, чей ботинок? Не, это не... Так, открываем. Вот, здесь открыто. Ключ нашел. Ой, кукла здесь дрыгается. Она танцевала здесь на столе. Ключик берем. И... Что-то нам надо... О, сама дверь открылась. Ё-моё! Вы чё, дурачки, что ли, блин? У меня аж мышка чуть с пальца в него выскочила. Там же говорили, что ключ нужен для двери. Может, туда его вставить? Давайте сюда. Нет. Другая дверь, помнишь? Она вот сюда. Нет. Это дверь закрытая изнутри, говорит. Так, понял. Значит, надо, где замок висит. А, замок. Побежали. Прикольно запилили. Мне нравится. Прям расследование. Сейчас написано, ключ не подходит, я буду угорать. Во, открыли. Открывай. Нет. И может, чё не та дверь? Идемте дальше. Мы что-то еще пропустили. В фонтане ничего нет? Может, здесь монетки от воды вышли? Так, подожди, вон ящики. Может, туда перепрыгнуть надо? Ой, я что-то нашел. Ой, хлопнула дверь. Какой я нашел топорик. Ой, ё-моё! Прикольно. Продажа. Выскочила. Хотела меня нападать, пойдем, но рядышком. Там, по-моему, надо... Двери разломать топором. Справа домик, там, по-моему, он говорил. Сломать. Сейчас проверим. Стик. Надо все по порядку делать. Ну, мы пройдем, ребята. Хоррор есть хоррор, но мы... Ну, мне кажется, вот это вот. О! Ой-ой-ой, я аж испугался, думал, по лбу мне сейчас зарядит. Тихо, дверь. Заходи. Не кричи. Во, я ключ. Ой-ой-ой-ой-ой, он сгорел. Вот это, наверное, тот ключ. Так, а теперь куда его нести? Помнишь, там, где ты ключ прокатывал? Вот, наверное, туда. Там, наверное, не один ключ нужен. Я стрел. Вот туда. А, замок висящий. Прикольно все смотрится, антуражно. Еще музычка такая атмосферная. Есть, мы открыли, пацаны. Ого. Так. Я что-то какой взял. Не спешим, теперь тоже надо быть внимательным. Ты взял чекпоинт. Закрыто. Ждем скримера. Во! Я очень, очень ожиданно, очень. Так, винный погреб. Бочка катится, блин. Не пугайте меня бочками. Ой, они... Да что за прикол? По голове бочками дало. Стрёмный замок. Так.
На том. Вот смотри, сейчас тут будет скример, по-любому. Или бочки ударятся об меня, или что-то еще. Нет. Дверь закрыта. Есть. Бочка взорвется? Нет. Дверь открыла. Где? Ребят! Ух ты что! Помогите, это было больно. Нам и что дальше? Назад. Опа, трупейшн. Смотри, тут все горит, прикольно. Заходим. Так, двоечка, запоминайте, здесь числа. О, картина, короче. Какую-то музыку играет. О, видели там единичка, двойка? Смотрите, теперь я нажимаю, это загадка. Давайте смотрим, давайте разгадаем эту загадку вместе. Смотрите, здесь двоечка, видите? Да. А, здесь тоже рычаги. Так. Сейчас. Нам надо открыть ту дверь. Значит, здесь надо нажать единичку. Здесь нажать двоечку. Смотрим дальше, куда идет провод. Идет. Открывай идет сюда. Ту. Так, там надо нажать двоечку. Здесь нажми кнопку. Тихо. Ну что вы кричите так? Мы хотим просто пройти эту карту, классно. Ну надо 2-1-2 нажать. Он просит 2-1-2 нажать, чтобы открыли дверь. Ну давай. Значит, я здесь двойку нажимаю. А почему она не нажимается? У меня тоже не нажимается. Стоп. Может, мы уже все сделали правильно? Скорее всего. А, вон дверь открылась. Пошлите, ребята. Вот. А, я помню, с шипами. Как-то страшно проходить. Так, еще какой-то учебник взяли. Так, 2-1-2, ну все. Или не все. Может, все-таки нажать тут что-то надо? А может, стоит, ребят? Нет, может, дверь открыть. Стойте. О, стоит. Чубзик. Стой. На коленях чувак стоит. Ух ты! Ё-моё. Вот это все жестко. О. Вот это поворот. Окна открыты, кишки висят. Я покакал. Поплакал? Покакал. А, покакал. Не, ну бывает. Главное, чтобы ты потом кушать не захотел. Сегодня Димасу все на голову летит. Ну да. Там штыри, будет кто-то прыгать? Может, кирпичи надо покидать туда? А ну штыри, ловите наши кирпичи. О. А теперь бросай его туда. О. О, досточка засветилась. Давай, прыгай. Че жди? Уть. О. Есть. Фух, это было сложновато. Поднимаемся наверх. Так, ну что, давайте нам скримера. Ну, только я сказал, за скримера, вон он сидит уже. Или стоит. Я его не вижу. Прикольная карта. Это карта с двух частей. Так что еще будет вторая часть? Парабель. Да что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри! Обратно. Вот это я обосрался. Вы видели, кто был? Да, динозавр. Вот это вы все дёру дали. Так было весело. О, еще одна книжка. You will respawn here. It's fucking shit. Короче, это чекпоинт. Какую-то видели хедкраб там пробежал здоровый. Согласись, антуражно, вообще класс, только фонарик. Слышите эту музыку конченую? Нам сюда? Тихо, не спешите. Да. Не спешите. Сейчас доска какая-то упадет по-любому. Я же сказал, посередине доска, видели, упала? Да. Я вот как чувствую, что они вечно хотят обмануть, поэтому я прыгал. Так, здесь надо быть внимательным, будет скример. Скример! Вот он, бежит! Убежал. А я стою, и мне пофиг. Ну тебе всегда так было. Ты же Алёша. Еще один чекпоинт, они думали, что мы здесь умрем? Блин. Вот это, если какой-то Пушкин там сидит. Достоевский. Что-то все калитки закрыты. Проверяем все. И чё? Ух ты! Стена едет! Едет стена! Нам конец. Я сейчас проверю, что с вами будет. Вы живые остались! Нам конец! Мы выжили. Я здесь. Я видел, вы живые. Так, чё тут? О, справа калитка открылась. Прикольно. Рычаг.
Что-то я нажал, пацаны. Секретный туннель открыл его. Во, прикольно, лестничка. Ёлки, мат... Ух, я дернулся. Аж кровь поступила во всякие чистое тело. Так, подождите, а мы отсюда не пришли случайно? А мы теперь можем, наверное, зайти туда, куда раньше не могли. Ребят, вы отсюда пришли, мы тут и начали. Так, ну, может, значит... Может, замок надо? Подожди, здесь закрылось. Да, мы можем... А, теперь здесь откроется. О, смотри, она не полностью закрылась. Вау, ребята, ну это четко. Вот эти статуи, они сейчас что-то нам плохое сделают. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите продолжение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!